Привет, студенты доктора Минисма. Сегодня воскресенье, я подумал, сейчас я смотрю аниме, сделаю коротенький видосик на тему японского языка, напрягаться сильно не буду, даже можно на телефоне все сделать, компьютер не включать. Ну где уж там? Ладно, посмотрим вначале отрывок. Бросил в глаза слово «юдачи», решил, ну ладно, давай, вроде забавное слово, там и иероглифы смешные, да, то есть там слева вечер, справа стоять, непонятно, что оно значит изначально, давай просто вот. Зашел в интернет, и вместо того, чтобы полить словарь, набрал слово «юдачи» в гугле. И понеслось. Вначале выяснилось, что был такой эсминец японский, который назывался Юдач. В английском языке его почему-то назвали Evening Squall, что буквально на русский язык переводится как «вечерний шквал». Я такой, какой шквал? Зашел в Википедию, чтобы убедиться в том, что я правильно понимаю русское слово «шквал». И да, шквал — это вообще не юдачи, шквал — это внезапное усиление ветра. Кстати, оно, собственно говоря, из английского напрямую взято, да, шквал — это заимствованное слово «squall». А юдачи буквально значит «сильный ливень во второй половине дня летом». На сегодня все, детерминизм.